Шанти, Шанти Реф, Татонка, Чек Ин NXT 2015. Смотрите ролики на другие Чек Ин, их вот просто дохрена и больше. И на самом деле эта сумочка оказалась внезапно не совсем точной копией, она оказалась интереснее, она оказалась мягче. Ну вот я, смотрите, трогаю крышку, крышка здесь мягче, тут есть тоненькая вставочка. Дно здесь, вот тут вот, оно тоже мягкое, от падения защищает. Поэтому Чек Ин NXT 2015 рулит, отличие от не только в липучке, как я вначале говорил. Еще нет сверху, кстати, кармашка. Вот этот кармашек был под ключи, здесь его убрали. Никто к вам не влезет. Тем не менее, оставили вот этот карман. Ключи можно хранить здесь, например. Оставили боковой карман, здоровый, все то же самое. Крепление под ручку, здесь их даже сбоку два, в отличие от, как мне кажется... А, нет, здесь тоже два. То есть, да, раз, два, три, и здесь раз, два, три. Только вот в этой модификации... Боковое совсем маленькое, сюда разве что карандашик влезет, а модификация до 2015 года, ну ее тоже телотная, как бы тоже новая. Видите, два отделения побольше. Ну и немножко поменяли. Здесь тряпочка это как будто более непромокаемая, сверху она проклеена. Здесь тряпочка у нас сверху обшита и чуть-чуть более мягкая. Эта тряпочка пожестче, наверное, в эту проще класть карточки и доставать их. И вот карман. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. 4. Ну да, в принципе, тоже на то же. Давайте посмотрим, может, я еще какие отличия найду. Отсутствие крепления под ключи, на мой взгляд, не проблема. Я им все равно никогда не пользуюсь. Тряпочки добротные, толстые, с пропиткой. По ощущению, они идентичны. Если не полностью, то очень и очень близко к этому. Задний карман здоровый, тот джафон влезает. Сумочка, в принципе, позволяет носить себе iPad mini, насколько я это помню. А, вот, крепление под ключи, пожалуйста, обнаружилось. Карман под паспорт, например. И дно. Да, таки дно таки мягкое, так что все, мой выбор определен. Боюсь, что, правда, ни в одну из этих сумок не запихать ноутбук, даже 12-дюймовый, поэтому, может быть, надо все-таки что-то более большое. Но вообще круто, хорошая сумка. Давайте ее на плечо померю. Возможно, цеплять на пояс есть. Через шлевку можно ремень продеть, но это... Очень и очень, как мне кажется, все, все-таки на любителя. А вот так вот у меня сотрудник ее носит. И, видимо, буду я носить довольной жизнью. И все у меня здесь будет жить, и не надо будет его искать каждый раз по квартире. Рекомендую.